В день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил литургию в Успенском соборе Кремля и возглавил хиротонию архимандрита Мефодия Зенковского во епископа Егорьевского. На нашем канале шла прямая трансляция патриаршего богослужения, рассказывает Эльвира Гордеева. В день памяти перенесения мощей святителя Филиппа, чудотворца, святейший патриарх Кирилл прибыл в патриарший Успенский собор Московского Кремля. Поклонившись честным мощам святого, почивающим в раке на правой стороне Селии, предстоятель возглавил служение божественной литургии. За литургией была совершена хиротония архимандрита Мефодия Зенковского, наместника Николоугрешского мужского монастыря, во епископа Егорьевского, викария святейшего патриарха. Апсиос. За литургией его святейшество сослужили сонм архиереев Церкви Русской, представитель Русской Православной Церкви за границей, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской на Голд-Косте в Австралии, духовенство Москвы и епархии Русской Православной Церкви. На малом входе указом святейшего патриарха во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 50-летием со дня рождения ряд клириков были удостоены богослужебных наград. На сугубо Екатинии были вознесены особые прошения. Предстоятель Русской Церкви прочитал молитву о Святой Руси. По окончании литургии святейший владыка напутствовал епископа Егорьевского Мефодия на служение. «Премудрый промысл Вседержителя на протяжении многих лет тебя приуготовлял к этому славному событию, испытывая твердость твоего упования, веру и послушание. Ты немало потрудился ради пользы церковной и во славу имени Христова, занимаясь исследовательской, научной, преподавательской работой и внося свой вклад в развитие богословской науки. Ныне же пред тобою простирается новое поле деятельности, которой ты призван по благой, угодной и совершенной воле Божией. Искренне надеюсь обрести в твоем лице доброго и верного соработника, пребывающего в послушании священноначалию и всегда стремящегося хранить единство Духа в союзе мира». Его святейшество вручил владыке Мефодию архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим свое первое архипастырское благословение. По окончании литургии святейший патриарх Кирилл совершил славление и прочитал молитву у мощей святителя Филиппа. «Умоли мир весь предстательством Твоим, умири от глады и пагубы, избави нас, и от нападений иноплеменных сохрани, старые утеши, юные настави, безумные умудри, вдовицы помилуй». Затем предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом. «Мы вспоминаем сегодня память святителя Филиппа, митрополита Московского, угодника Божьего, который прославился многими добродетелями, начиная с его служения на Соловках и завершая мученической кончиной в ограде Москве. Он пал, как невинная жертва, был умерщвлен силою злой. Святитель является для нас величайшим примером верности Церкви, подлинной любви к своей пастве, смирение, терпение и, конечно, мужество, духовного мужества. И вот сегодня мы с особым чувством вспоминаем его жизненный подвиг и его тяжелую, но блаженную кончину. Молитвами святителя Филиппа да хранит Господь землю русскую, да сохранит Господь церковь нашу, град наш Москву, властей и воинства и весь наш народ.